сенсорный держатель лампы. Теперь с этим гаджетом не надо тянуться к выключателю. А в темном коридоре или ванне у меня, например, кот может, если у него плохое настроение, оставить сюрприз. Можно настроить задержку выключения и для недиодной лампы яркость свечения. Можно использовать диодные лампы. Заказать можно сразу с сенсором-держателем ламп. А можно применять лампу накаливания до 60 Вт.